персонажей существует свой особый рай. Или ад, как знать. Спасите, помогите! За мной гонится этот опасный, на всю голову волшебный маньяк! Поздно, дочь моя, уже догнал. Как догнал? Кажется, молча. А сейчас ты в чистилище у врат рая. Что? А я апостол Павел, кстати. Ваши документики. Это дурной сон? У меня нет никаких. Ах, оставьте, сам посмотрю. Что за несуразные главные герои пошли? Раз тебе дана сила волшебная, то негоже от нее отказываться, суперспособностями разбрасываться и предназначение свое не выполнять. От твоей храбрости зависит жизнь людей, а ты предаешься смертному греху, унынию. И теперь не определить, достойна ты ада или рая. Ох, мы задерживаем очередь из почивших душ. Предлагаю посмотреть тизеры «Ада» и «Рая», а там сама и выберешь. Представляешь?
Стоп! В зале же дети находятся! Все, увольняюсь. 2000 лет от Рождества Христова я выполнял свою работу прилежно. Негодников отправлял прямиком в ад, положительных персонажей в рай. Но с этой девицей ума не приложу, что делать. Такая сопливая героиня испортит весь имидж ада. Пусть небеса забирают ее себе. Спасибо, не надо. Обитель наша уже переполнена странными экземплярами. Мы уступаем ее вам. Она безнадежна. Согласна. Дадим ей еще один шанс. Пришло время отправить тебя на землю для работы над ошибками. Для этого нам нужна особая сила. Волшебный пендаль, помоги! Кошка разговаривает? Меня зовут Луна. Я искала тебя, Усаги. Уши Усаги. Пока мы говорим, в Токио происходит много ужасных преступлений. Ты избранная воительница. И у тебя есть миссия. Найти союзников и победить злодеев. А потом, прошу, спаси нашу принцессу. Луна! Брошка светится! Ты все еще не веришь мне? Что? Так это был не сон? Неправда, дали еще один шанс. Я Сейлор Воин. Прекрасная воительница в матроске. Борец за добро и справедливость. Сейлор Мун. И я несу возмездие во имя Луны.